безмолвие. Точно так же говорят и преподобный в Арсенофе великий Иоанн. Kiitos paljon ajastasi. Но и в письменной. Что это такое и почему это своеобразный Служба Главного управления МВД России по региону сообщили, что сотрудники полиции опрашивают свидетелей и очевидцев. После завершения работ по ликвидации пожара будет назначена пожаротехническая экспертиза. Будет установить причину пожара, сказали в пресс-службе. Информация о возгорании в лесном массиве в селе Дюрсу под Новороссийском поступила в воскресенье около полудня. К вечеру площадь пожара составляла уже 62 гектара. В результате пожара пострадали 2 человека. Эвакуировано 500 человек из 6 близлежащих баз отдыха. Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение повреждения лесных насаждений». Криминалистическая экспертиза показала, что при покушении на бывшего президента США Дональда Трампа в ходе митинга в штате Пенсильвания было задействовано не менее 3 видов огнестрельного оружия. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на экспертов Национального центра медиакриминалистики. Финальный выстрел, который эксперты назвали акустическим импульсом, был произведен из 3-го вида оружия. Эксперт-криминалист Роберт Махер в комментарии CNN предположил, что открывший стрельбу гражданин США Томас Мэтью Крукс находился в 110-118 метрах от трибуны, на которой выступал Трамп. Покушение на Трампа произошло 13 июля на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Экс-президент был легко ранен.
Подробности по телефону 8-495-215-55-66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. В машине жарко, как в тропиках? Пора заправить кондиционер. СТО-фильтр фильтрует цены. Предлагаем замену фреона в кондиционере всего за 2000 рублей. Звоните. 11.11. Сайт estofilter.ru. Обслуживаем любые авто по доступным ценам круглосуточно с гарантией. Запчасти в наличии. Estofilter. Заправь газ у нас. Посмотрите налево. Посмотрите направо. Вниз, назад, вперед. Смотрите так. Программа с Алексеем Мартыновым. Вам разобраться. И у нас вас каждый понедельник в 15 часов на радио Вести ФМ.